понедельник, если верить прогнозам, нас снова ждут дожди. 23 июля в Сарове в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 19, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ночью плюс 18. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде синоптики также обещают небольшой дождь. Утром плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ночью плюс 17. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В столице дожди. Утром плюс 18, днем до 22 градусов тепла. Ночью плюс 17. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.